12 ноября. Спокойствие. С тех пор, как я начала посещать собрания групп Наранона, я стала понимать, что давать указания, советы и деньги наркоману – это словно сообщать ему, что я не доверяю его способности достичь зрелости и управлять своей собственной жизнью. Я хочу самостоятельно принимать решения по поводу своей жизни. Также и наркоман имеет право самостоятельно отвечать за свои решения. Наранон помогает мне устанавливать для себя границы и не сосредотачиваться на проблемах наркомана. Наблюдая за различными людьми, я замечаю, что все мы по-разному усваиваем свои жизненные уроки. Наранон учит меня, как надо слушать наркомана и смотреть на него. Следить не значит любить. Юнг. Я учусь терпению и позволяю наркоману идти по жизни с уверенностью, что его высшая сила рядом с ним. Я понимаю, насколько важно мне осознать и принять, что я не имею никакого контроля над наркоманом. Мне потребовалось несколько лет, чтобы признать тот факт, что я не могу изменить наркомана. Спокойствие приходит ко мне тогда, когда я не осуждаю наркомана, не даю ему советов, указаний, что и как делать. Каждый день наркоман идет по жизни своим собственным путем, и его ведет высшая сила. Я учусь сосредотачиваться на своей жизни и верить, что все случившееся со мной предопределено моей высшей силой. Я учусь каждый день благодарить Бога за свой душевный покой, позволяя собой.